Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Китайцы Чил, меня зовут Руслан. Сегодня у нас очередной пациент, очередной ФРП. Телефон у нас BQ, моделька Strike P4G. На устройстве восстановлены настройки по умолчанию и так далее. Но у вас это то же самое, так что читать не буду. Как обычно, все забыли пароль. Телефон у нас уже подключен к Wi-Fi. Метод без компьютера, можно с компьютером, но будем так. Попадаем в Talkback. Зажимаем. Чтобы включить режим специальных возможностей, нажимайте на экран до тех пор, пока не услышите сигнал. Зажимаем двумя пальцами на экране. Режим специальных возможностей включен. Функция TalkBack включена. Все, в Talkback попали. Рисуем букву L. TalkBack — это приложение для руководства по Talkback. Настройки. Оповещение, общий контекст. Теперь выключаем Talkback. Talkback, хрен поймешь. Так, не выключается. Пробуем так. Показаны элементы с 6 по 15. Всего элементов. Так, не хочет. Давайте сначала справка отзыв. Справка. И первый пункт. Так, попали. Пробуем тут выключить. Функции Switch Access для Android веб-представление. Оповещение и справка. Еще раз. Все. Нет, не все. Для Android. Функция Talkback отключена. Все, выключили. Нажимаем на видео Play. Нажимаем на название видео. Попали в YouTube. Welcome to Switch Access. Switch Access. Скидываем видео. Идем в аккаунт. Условия использования политика. Попадаем в браузер. Далее, далее. Тут выбираем Яндекс, потому что с Гугла не получится. Все. Попали в браузер. Идем на сайт Плюско Михаила. Можно, конечно, так скачать. Но у Плюско Михаила уже все готово на сайте. Сайт teleyet.ru. Попали вот сюда, в блог Плюско Михаила. Нажимаем три полоски. Файлы. Телефон подтормаживает, но это особенность аппаратов BQ. Нажимаем на шапку темы. Нажали на шапку, попали в список файлов. Реклама какая-то открылась. Тут файл Android 6.1.6. Разрешаем. Разрешаем. И скачиваем. Когда скачали файл, берем, нажимаем еще раз на него. И теперь на название файла по-другому установка не начнется. Можно, в принципе, попасть из пункта браузера, но не начнется. Тут настройку из неизвестного источника включаем. Назад и установить. Готово. Теперь файл 2. Ошибка. Так, что-то сайт маленько у него подглюканул. Что-то сайт тормозит. Давайте заново. Файл 2. Да. Скачался еще раз. Файл пока. Установить. Так. Маленько не так. Все, открыть. Теперь три точки. Вход в браузер. В браузере. И теперь
Здесь вводим свой Google аккаунт, от которого пароль вы знаете. Сейчас я. Я ввел свой аккаунт. Все, вошли. Теперь телефон перезапускаем. Перезапуск. Перезапустились. Теперь начать. Пропустить. Как новое устройство. Далее. Пропустить. Не сейчас. Все равно. Нет. Еще принять. Нет, спасибо. Все, телефон у нас разблокировался. Теперь можно пройти в настройки и удалить от вас свой аккаунт. После этого телефон можно будет сбросить, телефон будет чистым. Вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прошу в комментарии. До новых встреч, пока-пока.